Подходи за мороженкой, подходи за мороженкой. Привет! Привет! Я бы хотела мороженку. У нас есть два варианта. Есть ванильное и есть радужное. Какое бы вы хотели? Я бы взяла ванильное. Ладно, это вам. Спасибо. С вас 50 центов. Ладно, 50 центов. Спасибо. Не за что. Хорошего дня, пока. Пока. Жду не дождусь насладиться моим мороженым. Стой, Хайди! Прежде чем есть, нужно помыть руки, чтобы избавиться от всех микробов. Вот. Избавься от микробов, чтобы не заболеть. Вот тебе мыло. И помой руки водой. Три хорошенько. Хорошая работа. И вот тебе полотенце. Вытрись. Спасибо, Зидан. Не за что. Приятного аппетита. Пока. Я такая чистая. Зидан был прав. Единорог, единорог. Единорог, единорог. Вкусняшка. Хайди, стой! До того, как попробуешь свой шоколад, ты просто обязана помыть руки. Помнишь? И правда, Зидан. Мой, мой, мой ручки. Три, три, три. Избавься от всех микробов. Всегда мой руки. Ну вот и все. И вытрись полотенцем. Спасибо, Зидан. Не за что. Ну все, пока. Насладись своим шоколадным единорогом. Спасибо. Вкусняшка. Вкусняшка. Хайди, стой! Помни, перед тем, как что-то сделать, обязательно нужно помыть руки. И правда, Зидан. Для того, чтобы избавиться от всех микробов с рук, чтобы не заболеть. Ладно. Твое мыло. Хорошенько, три. Хорошенько мой свои руки. Ну вот и все. А это полотенце, чтобы ты вытерлась. Спасибо, Зидан. Не за что. Все, Хайди, приятного аппетита. Ладно, Зидан, спасибо. Вкусно. Всегда мойте руки перед тем, как есть, и когда приходите домой из школы, и после игры, чтобы быть здоровыми. Пока, ребята, надеемся, вам понравилось видео. Не забудьте поставить лайки и подписаться. Пока!